ничего не пью. Я в молочко. Ну, давай чаю, шарик. Что тут у нас? Какие события? Да. Матушка. И чего пишут? Опять гололед обещают. Ну, что такое? Ну-ка, дальше. Мост сложили. Убей чай, а молоко все-таки лучше. Кто там? Кто там? Пойдем, пойдем. Почтальон Печкин принес вам журнал «Мурзилка». Ай, вот ты, видеописьмо вам принес. Ну и ну. Вот. Что делается? 21 век на дворе. Люди видеописьма посылают. А у нас в доме одна пара вальник на двоих. Ну что делать ты будешь? А как так получилось-то? У вас что, средствов что ли нет? А? Средства у нас есть. У нас ума! Не хватает. Говори этому шарику. Купи себе валенки. А он что? Что? Ну пошел, кеды купил. Ой, да это он не подумаешь, просто сделал. Красивые. Балбесом. Балбес. Ну все, обиделся. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Я же говорила, что... Это не я дошла, это актриса, а музыка для вас. Слушайте! Ты со своей ссорой вы меня совсем запутали. Это видеописьмо прислал дядя Фёдор. Ну-ка, скорее, включайте. Включайте. Матросы. Дорогие мои матроскины шари, приехать на каникулы не могу, много дел дома. Был у меня Дед Мороз, принес много подарков. Ваши подарки попросил, что его отвезти вам в Простоквашино. Так что встречайте Деда Мороза. Да, совсем забыл вам сказать, что ребята из детского сада очень хотели побывать у вас в гостях. Срочно шлите им телеграмму. С Новым годом, ваш дядя Федор! Бумагу давай. Пиши. Можешь писать так. Пиши. К нам. К нам. Простоквашино. Простоквашино. Собирайся. Народ. Народ. У нас вас. У нас вас. У нас вас. Много интересного ждет. Ждет. Игры. Игры. Забавы. Забавы. Чудеса из чудес. Спешите. Подарков. Подарков хватит для всех. И молока тоже. Дорогая телеграмма будет. Ну ладно. Новогодняя. Ладно? Давай, Печкин. Пойду отправлю. Давай, только не задерживайся. Да. Хорошо. Будем праздновать. Ёлка у нас уже такая красивая, нарядная. Только вот косточек надо на неё побольше повесить. Лук для шариков.
Ты еще ее сметаной полей. Ты не обеденный стол, новогодняя елка. И вообще, не будь у нас, не получится никакого Нового года. Это еще почему? Ну, сам посуди. На Новый год должны быть Дед Мороз, Снегурочка. А где мы их возьмем? Нигде не возьмем. Давайте Деда Мороза посмотрим. Ссылки там уже есть. Видишь, что придумал? Я Деда Мороза. Мы тебя приклеим. Не надо мне ничего приклеивать. И вообще, не придумывай глупостей. Давай вот лучше вокруг елки надо подметать. Дед Вини бросил. Держи. Лопаты, я не вам буду. Давай. А ты лопаты. Ждем гостей, порядок давай. Сейчас нас кот Матлоскин и Шарик приглашают к себе на Новый год в деревню Простоквашино. Поедем? Да! Конечно, но кругом снег лежит. Можно проехать, доехать только на санках. Согласны? Да! Ну, вставайте, друг за другом вставайте.